Приветствую, дорогие друзья. И все-таки, насколько удивителен мир спорта. Практически каждый может себя в нем проявить, потому что здесь от А до Я – это и акробатика, и шашки, яхтенный спорт. То есть видов спорта очень много. Самые престижные из них вошли в олимпийскую программу, но ведь есть технические виды, национальные, их десятки и десятки. И надо отметить, что наш город Николаев в этом отношении особенный, потому что здесь очень разнообразна палитра спортивных соревнований и увлечений. И надо сказать, что именно в городе Николаеве некоторые виды получили настоящую прописку для Украины и получили развитие. Это прыжки на батуте, это, в общем-то, не свойственно для Николаева фристайл, зимний вид спорта, или такой вид, как кикбоксинг. Казалось бы, почему именно на нашей Николаевской земле появился такой вид, стал основополагающим для страны, и почти 40 представителей нашего города принимали участие в сборной команде, участвовали в международных соревнованиях. И не случайно сегодня у нас родитель, основатель в нашем городе, в нашей стране этого вида, как и был сын. Потому что, в общем-то, здесь основа была. Потому что наш гость Николай Петрович Хаджиоглу, мастер спорта, заслуженный тренер Украины, Евроазии, именно он пришел с ринга боксерского, классического бокса и основал кикбоксинг. Николай Петрович, вот чем была связана ваша привязанность к этому виду, потому что истоки были в классическом боксе, но вы решили его раздвинуть не только руками, но работать и ногами. Почему именно вот? Ну, если вот такая история, действительно, да, что родителям нужно назвать Николая Ширяева. Так получается, что это мой воспитанник. На одной из тренировок, тогда я работал на Пушкинской, в зал заходит парень, можно я посмотрю? Можно, ну, смотрит. Потом, ну, вы не хотели бы вот тренировать вот нас немножко? Я говорю, кто вы? Ну, карате. А карате в то время было для меня ругательным словом. Ну, не совсем карате, вот кикбоксинг, есть такой вид спорта, вот, вот пожалуйста. Я говорю, до свидания, не хочу. На следующий день приходит. И так он неделю ко мне приходил. Ну, поставьте мне руки. Вот помогите мне, и для того, чтобы, ну, действительно, от него, скажем так, избавиться, я ему назначил самое неудобное время для тренировок – 12 часов дня. И он приходил неделю, вторую, третью. Потом поневоле, действительно, мне уже стало интересно. И когда он попросил провести, помочь ему организовать первые соревнования по кикбоксингу в Николаеве, мы провели, я понял, что это действительно новый вид спорта, очень интересный, динамичный. В то время бокс немножко своеобразным был, судейство было кнопочное, и там действительно немножко бокс потерял свою прелесть в ударности, в интенсивности. И то есть субъективность была серьезная, да? Кикбоксинг мне, ну, действительно понравился своей динамикой, вот, разнообразием в то время. И вот так, получается, мы впервые организовались. Но это из области невероятного, чтобы снизу пришло к тренеру, а потом он стал основателем и развитием целой школы. Дело в том, что в этом начале этого года Николаю Петровичу исполнилось 65 лет. Ну, кто скажет такой возраст, неопределенный совершенно. В начале следующего года исполнится ровно 20 лет в школе, которую он основал. Но, в общем, так пришло время, что, в общем-то, он пришел из классики и понял, что кикбоксингу очень трудно пробиться на вершину, то есть в олимпийскую программу. А ведь много видов естественно, восточных единоборств, которые, в общем-то, стремятся к этому. Это и карате, айкидо, это танкомадо, ушу боевое, ну, в общем, очень много видов. И Николай Петрович все-таки решил вернуться на стезю и возглавил сборную нашей страны, сборной области по боксу. Поэтому у вас сейчас особый период. Среди ваших воспитанников по кикбоксингу, давайте вспомним о их достижениях, потому что здесь есть даже двукратный чемпион мира среди профессионалов, Игорь Павленко. Теперь, в общем-то, ну, вспомните о своих воспитанниках, хорошо, потом перейдем к современной теме, потому что очень актуальны есть вопросы. Вот из первого набора, получается, Николай Ширяев, призер чемпионата Европы среди любителей, это 93-й год, и 9 мая 1993 года Николай Ширяев в городе Николаеве становится чемпионом Европы среди профессионалов. Это мой первый чемпион среди профессионалов. Николай Петрович, давайте вот что, еще откроем одну важную страницу. Город Николаев был на протяжении многих десятилетий закрытым городом, и только благодаря вот Николаю Петровичу
двери в Европу были открыты, потому что спортивная школа впервые приняла международный турнир. Ну, действительно, это приехали группа из Италии, великолепный спортсмен. Должны были боксировать за титул чемпиона мира, но его визави Джорджо Прека сломал руку, и по правилам его заменил Кваризо. Кваризо тоже очень, на то время он был чемпионом Европы, мы отобрали у него титул. Кваризо, к сожалению, сейчас нет, он разбился, он большой любитель был мотоциклов, великолепный спортсмен и великолепный человек, очень эрудированный, грамотный. Вот, мы впервые познакомились тогда с итальянскими спортсменами. И вот наши ребята вот из первого набора, хотелось бы сказать немножко отступление, что кикбоксинг дал как бы базой для выступления во многих видах спорта. Вот, таких споридненных. Французский бокс. У нас чемпион мира Дмитрий Панфилов. Он же финалист чемпионата Европы. Но это вес какой был? У вас это супер, небольшой вес, а он супер большой. Супертяжелый, да, вес. Да. Он же чемпион, первый чемпион моей Европы в тайландском боксе. Александр Казаченко, мой первый чемпион Европы. Вот как раз Панфилов на 5 минут позже стал чемпионом Европы. Что одновременно на двух рингах, там был тайский бокс, а Саша Казаченко боксировал в лоу-кик, в разделе лоу-кик. Николай Петрович, а вы помните такое боевое сражение с французом, когда чемпионат мира здесь был? Ну, это уже будет разговор об Игоре Павленко. Да. Вот, я рассказывал, Игорь Павленко еще на то время, ну, созревал, немножко, да, созревал. И вот Игорь Павленко, у него действительно такой... Очень трудолюбивый спортсмен. Кстати, у него сегодня день рождения. Игоря мы поздравляем, желаем ему действительно большого счастья, хороших воспитанников спортивных, чтобы они его любили, и он получал от работы удовольствие. Игорь Павленко стал трехкратным чемпионом Европы по кикбоксингу. В разделе full контакт и low kick – это немножко как бы разные вещи. Игорь Павленко – двукратный чемпион мира среди профессионалов. Вот как раз то, что вы сказали, с французом. Нокаутировал в третьем раунде. С очень сильным спортсменом, потом, когда отстаивал свой титул здесь же, в Николаеве, с болгарином, он нокаутировал его в восьмом раунде. Это уже был очень жесткий бой, интересный, содержательный. А и к тому же Игорь Павленко – чемпион мира среди любителей. Он ушел из спорта непобежденным. То, что он, по всей видимости, установил рекорд в чемпионатах Украины, он чемпион Украины во всех видах разделах. И сколько раз, я боюсь сказать, ну, больше 10 раз он был чемпионом в разделе фулл-контакт. Николай Петрович, а давайте вспомним еще одну страницу. Как вам удалось самых красивых девушек собрать на ринге и делать все для того, чтобы у них вместе с красотой были синяки, были победы и стали бы главным тренером сборной Украины по женскому боксу? Ну, моя воспитанница Настя Савинова, хотя она уроженка города Одессы, боксировала за Николаев, работала в разделе семи-контакт, лайт-контакт, это кикбоксинг. И папа у него тоже большой, мы в одно время с ним боксировали, встречались на арене, но мы были в разных весовых категориях и знали, и поэтому он мне доверил его воспитание как спортсменке. И они подошли ко мне, вот есть бокс уже женский, вот давайте мы поедем, вот, ну, да нет проблем никаких. Хотя из истории самый первый чемпионат Украины по женскому боксу проведен в городе Николаеве. Самый первый, который не признают никто. Потому что это было вразрез без ведома Федерации бокса Украины. И, кстати, тогда приехал с Одессы Ян Табачник, он большой поклонник бокса, и говорит, ну почему Одесса не может переплюнуть Николаев? Оказывается, Николай Каджиоглу сделал для этого все. И когда Настя Ставинова стала призеркой чемпионата Европы по боксу, я понял, что есть перспектива. Перспектива, ну, мы уже знали, что в других видах спорта, в тяжелой атлетике, в борьбе, женские сборные Украины уже добивались приличных результатов. Я прекрасно понимал, что точно такая же участь ждет и женский бокс. Поэтому я, переговорив с тренерами по кикбоксингу, потому что, ну, скажем так, девчонки уже были готовы к тому, что выступать в боксе.
мы знаем, что руками не работали очень неплохо, и привлекли в сборную Украины девчонок, которые боксировали в кикбоксинге. Не обидно уже... было за девушек наших, а? Красивых, интересных, стройных. Ну, самое интересное то, что всегда сборная Украины по боксу среди женщин самая красивая была. Самая-самая красивая. Ну, рад, что они хоть били других. Так получилось, что одна из старейших школ нашего города, США номер 2, и название, даже число такое, она со временем стала оазисом, интереснейшим, преобразовалась благодаря Николаю Петровичу Хаджиоглу, Федерации бокса нашей области, и там теперь созданы отличные условия для того, чтобы продолжать дело кикбоксинга, женского бокса. Но самое главное, Николай Петрович увидел перспективу развития классического бокса, откуда он пришел. Ну, вы знаете, что у нас... В истории николаевского спорта очень много олимпийцев. Это Запорожец, это Сергей Кавганко, это Олег Машкин, это Волков. В общем-то, у нас хорошая биография. Почему вы сейчас решили активно переключиться на классический бокс и сейчас являетесь ведущим тренером в этом направлении? Ну, пока я работал со сборной командой Украины, когда я уходил, скажем так, остались мальчишки. Они тогда были очень маленькими, которых я... А которых забыли, кстати. Да, ну я не забыл. Получилось так, у нас же прорыв получился. Много лет у нас ничего не было. И они занимались кикбоксингом, были определенные успехи. Это прежде всего Славинский, вот, Максим Фатич. Ну, Максим немножко, он из института пришел на кикбоксинг. И вот когда руководство федерации увидело, что после Волкова, после Ключко, Девянченко, ну, образовалась яма, скажем так, разрыв большой, успехов никаких не было, вот, и подрастающего поколения нужно было ждать достаточно долго. Поэтому этих ребят уже, которые стали достаточно взрослыми, я впервые повез на турнир, тогда назывался международный турнир класса А в Симферополь, памяти тренера, я забыл. Ну, они вот, и там ребята сделали фурор, причем бои у хороших боксеров, они выигрывали с падениями, то есть их визави падали, все, откуда, кто, где ты их взял вообще, их не знали в мире бокса. И на чемпионате Украины Виктор Славинский становится призером чемпионата Украины, на первом же чемпионате Украины, это действительно редкий случай. Вот. И Виктор Славинский, когда-то шутя перед строем, сказал: ребята, кто завоюет звание мастера спорта в трех видах спорта, тому, ну, я назвал сумму, говорит, премия. Виктор Славинский, мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по французскому боксу, он финалист всемирных игр, и мастер спорта по боксу. Николай Петрович, а ведь Славинский мог прославить наш город на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Почему это не получилось? Ну, так получилось. Здесь, я не знаю, уместно ли рассказывать. Выступая за атаманов, украинских атаманов, Фатич и Славинский были в этой команде, причем боксировали с Ильичем. Это не боевики? Не понял? Не боевики? Нет, нет, нет. Выступая за атаманов... Боксировал Фатич, выиграл кубинца, Виктор боксировал с двукратным олимпийским чемпионом, очень достойно отбоксировал, хотя проиграл. Когда решался вопрос о том, чтобы ехать на отбор в Венесуэлу, вот там как раз зависла допинговая проба у Виктора, была плюсовая. Вот, потом все это ушло на нет. Как бы все можно, но руководство побоялось его взять. Там бы, я думаю, что он бы, конечно, попал бы на Олимпиаду. Так сложилось, что нет. И вот сейчас Виктор Славинский, я думаю, что завтра он будет в городе, он сейчас в Лос-Анджелесе, провел свой пятый профессиональный поединок, который закончил нокаутом, победив спортсмена из Мексики, который до этого не имел ни одного поражения. Нокаутировал его в 7-м раунде. Николай Петрович, ну раз мы вспомнили о кикбоксинге, давайте еще вспомним очень неплохую, очень хорошую страницу в истории николаевского спорта – это развитие музыкальных форм кикбоксинга, потому что здесь достижений оказалось очень много, и мы здесь оказались в лидерах и возглавили, в общем-то, Украину на самых крупных международных соревнованиях.
Ну, в данном случае, я боюсь сказать, сколько лет назад предложили Букаловой, уже заслуженному, ныне заслуженному тренеру Украины, заняться этим разделом кикбоксинга. Вот. Человек очень трудолюбивый, великолепный организатор. Но пришла она, из художественной гимнастики. Она пришла из художественной гимнастики и организовала работу так, что действительно Николаеве заговорили. Вначале на территории Украины мы вышли в лидеры, затем европейские ринги, татами, как мы, залы, скажем так, и мира. Николаев сейчас является кузницей всех чемпионов. У нас действительно столько много ребят, хороших, талантливых, которые вырастают, великолепных спортсменов. Вот. К сожалению, так складывается момент, что это пока только слухи, кикбоксинг может войти в олимпийскую семью. О музыкальных формах не идет речи. И вот руководство федерации, это пока только слухи, еще не утверждено, что собирается как бы сократить этот раздел. Но это, я считаю, порочная практика, потому что потом нужно будет догонять. Я думаю, что в Николаеве на этом не остановится, мы найдем выход, чтобы детки, которые занимаются этим разделом кикбоксинга, вот, не потеряли залы, не потеряли своих тренеров и продолжали работать. Мы найдем выход, где им участвовать в соревнованиях. Давайте о детках поговорим, потому что бокс – это требует особых усилий, напряжения. Это большой труд. Кто приходит к вам для того, чтобы выигрывать на ринге, побеждать себя, противника, для того, чтобы быть достойным представителями своего города, страны? Кто приходит к вам? Или очень часто лошадь с набором? Не то, что раньше, это факт. Все признают, что времена изменились. Очень много видов спорта, куда можно пойти, самых разных. Мы знаем, что действительно палитра спортивная, я имею в виду разделы. Выбор огромный. Да, выбор огромный. Как всегда, в сентябре месяце начинается работа. Приходят новички, которые хотят стать великими спортсменами. У каждого тренера есть своя система. Кто-то берет очень маленьких, кто-то больших, кто-то... своя система, действительно. Поэтому вот сейчас у меня результаты показывают мальчишки те, которые родились не в городе. Как это ни парадоксально, это Калиновка, это Вознесенск и прилегающие села. Ребята из сел, у которых, они умеют трудиться. Городские неженки? Городские, у них склоны, компьютерные игры и так далее, хотя эти ребята тоже не встают, они умеют сидеть и за компьютером, вот. Но это может быть пока так, может быть что-то изменится, так есть. То есть географию расширяют за счет села, потому что, кстати, многие виды спорта сейчас берут истоки именно оттуда, потому что там настоящие труженики, может быть, меньше отвлекающих каких-то сторон. В общем-то, настоящие большие спортсмены оттуда. Вот как наш первый чемпион, олимпийский чемпион Иван Богдан, который пришел с Казанки и хотел не отрываться от земли, а вышел на ковер и в Риме в 60-м году стал олимпийским чемпионом. У вас, так, наверное, есть мечта подготовить к Олимпиаде в Токио кого-нибудь. А хотел у нас в перспективе здесь потом крупные соревнования в городе Николаеве, да? Есть. Прежде всего, Николаеве буквально через две недели, 6 ноября в городе Николаеве пройдет чемпионат Украины по боксу среди молодежи. Там мальчишки 2001 года рождения. Вот николаевские ребята дома выступят, хорошая, нормальная команда. Я думаю, что завоюем минимум 3-4 медали, минимум. Вот. О том, что они могут, выступив прилично здесь, в Николаеве, они попадают в состав сборной команды Украины. И вот то, что интересно, мы заговорили об Олимпиаде, вот здесь будет приходить первый отбор в сборную команды Украины, которая будет оспаривать на чемпионате мира среди молодежи путевку на
молодежные Олимпийские игры. Вот как раз вот это действительно это большой стимул для николаевских спортсменов. Я думаю, что у нас есть ребята, которые смогут посражаться за эту олимпийскую путевочку. Так через это окно мы можем посмотреть на Японию, да? Молодежные игры, я сказал молодежные. А о Японии скажу то, что действительно у меня воспитанники мои завоевали много медалей европейских, мировых. В моей практике у меня еще нет ни одной олимпийской медали. Вот действительно мне хотелось бы поставить хорошую точку своей трудовой деятельности, чтобы кто-то из моих воспитанников участвовал в Олимпиаде. Вот у нас основных два ринга в городе. Спортивная школа 6-я и ваша, да? Вот как идет между ними содружество? Мы нормально работаем, скажем так, уже у Виктора Запорожца появляются новые кадры, новые тренерские кадры. И его воспитанник Олег Машкин возглавляет городской отдел, комитет. Он хоть повлияет, да, как чемпион Европы? Очень. У нас есть программа развития бокса. В данном случае мы направляем ее, в данном случае на взрослый бокс, действительно подтянуть, сделать, чтобы николаевская команда взрослая была конкурентной на рингах Украины. Хотя у нас сейчас есть и призеры, чемпионы международных турниров. Четыре спортсмена николаевские входят в составы сборных различных возрастных групп. Вот, я думаю, что мы на правильном пути. И вот Виталий Волков, молодой тренер, который занимается, действительно, вот будет очень новая программа у него. Мы вас пригласим, чтобы вы поприсутствовали. И действительно, я думаю, что вам захочется пригласить сюда. Очень интересные ребята. И вот то, что Запорожец, я считаю, что сейчас как директор, лучшего в городе нет, он реставрирует, ремонтирует школу, это будет Ляль, игрушка. Вот. Мы строим, есть мечта, что мы построим комплекс большущий, и школа, ну, это будущее, действительно, я немножко поберегу слова. Ну, Виталий сам по себе умница, вот мы брали интервью, когда он еще собирался отправиться на Олимпийские игры, и видно, что воспитанники нашего бокса, они продолжают очень интересные традиции, которые складывались на протяжении многих лет. И хотя раньше представляли якобы Москву, как Виктор Запорожец, или вот как Богдан, который представлял вооруженные силы, и не имели якобы отношения к городу Николаеву, но сейчас по-настоящему можем представлять Украину, нашу область на высшем уровне. У вас сейчас очень плодотворная работа. Почти не бываете в городе, все время в поиске, все время турниры. Вот буквально через... Опять отправляетесь во Львов, да? Ну, во Львове чемпионат, взрослый чемпионат Украины по боксу среди мужчин, элита. Там будут выступать взрослые наши спортсмены. Кому-то нужно подтвердить свои результаты. У нас сейчас там два сборника. Это Максим Фатич и Константин Довбыщенко, воспитанник Вознесенского бокса. Оба мастера спорта в этом году выполнили. Так, и сегодня мы коснулись очень важной темы. Развитие такого силового единоборства, популярного в мире, как бокс. Поговорили о развитии кикбоксинга, одного из направлений боевых таких спортивных искусств. Ну и мы видим, что Николай Петрович Хаджилов продолжает свою очень интересную творческую работу по поиску талантов, настоящих, сильных, которые достойно могут представлять нашу страну на высшем уровне, на международных соревнованиях, на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Об этом мечта у тренера, у его учеников и у нас всех. Поэтому до новых встреч. Ждем хороших известий с ринга. Спасибо. Удачи. Всего доброго. До свидания.